Здравствуйте, меня зовут Мацура. Сегодня я бы хотел поговорить с вами о гражданском браке. Гражданский брак – это всегда неправильно, потому что брак – это не только любовь, это не только жить вместе. Брак – это союз, создан Богом, чтобы благословить нас и чтобы научить нас жить. Потому что когда мужчина и женщина, когда они женятся, они обещают друг друга верность. И не только для одного периода, но для всей жизни. И эта рамка вокруг любви, это делает любовь настоящей. Когда я женился, я обещал моей жене быть верной. Я обещал ей остаться у нее и помогать ей, и быть рядом всегда. И это обещание, именно основание нашего отношения. Если что-то меняется, если ветер дует, если что-то сложное, или если все хорошо, я знаю, что я обещал быть верной этой девушке. И поэтому без этого я верю, что Бог не может благословить наши отношения. Он не может благословить семью. Брак от Бога. И нам надо, когда время наступает, чтобы жениться от церкви и обещать друг другу верность, тогда тоже Господь, Он может благословить будущее этой семьи.